Так, всем привет. Вчера подкупил себе пакет Star Citizen с Мустангом Альфа. Сегодня в расплавлю, конечно, но есть появилась возможность полетать на Мустанге Альфа и показать, ну, на что я способен. В некотором смысле. Так что ждите. Так. Нажимаем Options. Включаем Afterburner. Ой, включаем, точнее. Я уже полетал немножко. Чтоб совсем не казаться. Не, чтобы хоть какие-то результаты показывать. Принцип. Это все привычка, что корабль большой, здесь корабль больше, чем М-350. Так, попугай. Checkpoint. Lab complete. Checkpoint. 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 Нет. Куда ты летишь? Вот нажал же ноль же. Что за сейчас погони, чтобы не врезаться? Ну я в разные трассы летал и уже забыл, какими здесь скоростями надо орудовать. Слегка так. Checkpoint. Checkpoint. Минута 0.3. Checkpoint. 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 За 50 секунд. Checkpoint. Не вывернул. Checkpoint. Checkpoint. Когда я сам летал, лучшее время я показал 59 секунд. То есть... То, что я потренировался слегка в более сложных трассах, мне дало какое-то преимущество. Блин, попугай. Вот дурак, кино. Простите.
неловко. Пришлось накрыть. Ну, я думаю, лучшего результата я, наверное, не достигну. Сейчас попробую еще следующий кружочек пролететь. Ладно, пробуем другие трассы. Или не то. 50 секунд. То есть, в принципе, можно какие-то результаты ставить. Выбран. Пролетел мимо. Че он? Ну что ты не останавливаешься, блин? Дурак, блин. Ну офигеть пролетел, блин. Просто обалдеть. Здесь гораздо, конечно, хуже. Ну, сейчас попробуем. Может, что-то и получится. Так, разгоняемся. Ну ё-моё, вот это был застой. Как говорится, можно всё что угодно ожидать, но здесь такие иногда фишки выкидывают. Уже пролетел. Здесь, наверное, и срезать-то нет смысла особенно. Потому что ну, перегрузки не вызывает. Практически. Это
это на R350-м там перегрузки сильные и... Какой-то дурак, блин. Вот это вот пространство, вот это вот пустое, когда он никуда не двигается, меня очень бесит. Я не могу понять, как этим, как эта штука управлять, если она... Ну почему он не летит? Вот чуть-чуть начинает лететь. Поворот. Может, привыкну так. Ну, в смысле. Две минуты. Так, надо проскочить две щельки. Checkpoint. Checkpoint. Нет, 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 на скорости 23. Стой, стой, стой. Еще пока очнется. 19 скорость была. Опять пролетел. Близко. Опять пролетел. Ё-моё. Конечно, извините за такое отношение. Хочется какого-то результата поставить. Как-то верить в свои силы, а они не оправдываются. Да я... Упс, упс, упс. Не взял. Ну уже.
чекпоинт. Прям посередине, дурак. Прямо, ну остановись ты, ну остановись. 200 и 200, блин. Когда надо, не летит. Вообще глюк. Поворачивай. Checkpoint. 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 Ну, в общем. Checkpoint. Checkpoint. Летать можно. Можно даже, наверное, первые места занимать, конечно. Что-то я вот рейтинг свой не хочу портить. Хотя он у меня такой. Уж не, ну. Все-таки на Мустанге больше шансов проиграть, чем на 350. Ой, на М50. Checkpoint. 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 Хочу хоть один круг чисто пролететь. Checkpoint. Уже шестой лечу. Checkpoint. Checkpoint. Не, один из сложных поворотов Checkpoint. Пройден. Это вот как он так? Я специально вот начал тормозить заранее, чтобы... Checkpoint.
Checkpoint. Checkpoint. Checkpoint. Checkpoint. Checkpoint. Checkpoint. Checkpoint. Checkpoint. Checkpoint. Торможу, 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 ну торможу же! Торможу! Ё-моё! Когда мне тормозить с ним, блин, вообще? Останавливаться, что ли? Я не понимаю. Checkpoint. Здесь вон, раз и готово. Я остановился. Ты какое-то место дурное. На, здесь уже. Минус. Ладно. Берем третью трассу. До минуты 55 я пролетел. Конечно, не лучший результат. Здесь надо значительно потренироваться, наверное. Это, конечно, самое сложное. Почти все те же самые повороты. Непонятно, на каких скоростях лететь. Checkpoint. 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 Так. Первые полкруга пролетели. В принципе, успешно. Вторые полкруга не настолько сложнее. Checkpoint. Тринадцатый пост. Checkpoint. 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 Checkpoint.
Checkpoint. Checkpoint. Ну, ё-моё. А. У меня закончился. Буст ускорения закончился. Ну, это, в общем-то, интересно. .317. Я не буду здесь особенно выделываться. Летал я лучшее время за 3 минуты. Горы, полис, мегаполис какой-то. Ой, да здесь городов. Что-то я вот раньше не обращал внимания на это дело. Непонятно, что это. Ну там повыше. Нет, те вот, которые подальше, повыше. Это совсем маленькие. Ну, здесь такое воздушное. Космотрасса. Симулятор внутри симулятора. Ну, то есть, я думаю, что как можно победить вот это вот, когда заканчивается ускорение, просто врезаться куда-то. Вон, 97, 96 и 100% снова. То есть, не обязательно так долго лететь. Либо пересмотреть, когда это... Буст будет заканчиваться, и просто на последних вздыханиях куда-нибудь влезется. В удобное, конечно, место. Или самоуничтожиться на крайний случай. Вот сейчас проверю. 97, 96, ну. 95, 100%. Самоуничтожаться, правый альт, backspace. Ну все, вот он, Мустанг. Выглядит кораблик. Так вот. Не знаю, как в 2.6 еще не пробовал. Но в 2.5 в него очень было сложно залезать. В общем, там посерединке есть вот как бы как турель, кружочек, и вот следующий кружочек. Оттуда открывается дверь, люк. Спускается лестница, туда поднимается... Ну, надо посмотреть, конечно. И там можно ради интереса даже попробовать. Я на этом Мустанге летал 3 месяца. До того, как обновился от Андромеды. Так, Crusader. Ну, сказал бы, что не очень. По мне это не лучший корабль. Аврора, наверное, даже будет лучше, может быть. Я, конечно, на Авроре не летал так долго. Но на Мустанге со всеми своими багами, со всеми этими, которые еще 2.4 были, 2.5 начало, со всеми этими прикольчиками, мне, конечно... Много нервов своих помучил, я бы сказал бы, ну что-то сберег, что-то еще есть. Что вот. Так.
Так, шестая. Чувак, ты как хочешь. Ручки так, да? Ручки. Так. Здесь у него какой-то грузовой отсек, наверное. Внешний. Конечно, неизвестно. Вот эти вот ножки у него очень привлекательны. Поначалу я вообще кайфовал. Как это все сделано? А вот и люк, в общем. Ушки, вот люк. Сейчас попробуем. Может, выпрыгну сейчас через крышу. А, нет, вот... Да, выпрыгну. Ну, как-то вот так все это выглядит. На Андромеде немножко терпимее. Ну, сейчас не выбрасывает. Не выбрасывает. Так. Надо присесть. Присесть, пройти. И залезть. Максимальная скорость 840, да? Достаточно быстрый кораблик. Я смотрю, на G-Selfie можно на нем летать постоянно. То есть, вот если я буду поворачивать на максимум. Ну да, почти не перегружается. Почувствуется разница без G-Selfie. Не почувствуется. Ладно. С вами был Мустанг Б. Альфа. Ой. До новых встреч.